Приветствую на канале. Сегодня несколько посылок у нас на распаковке по метизным изделиям. Глянь, что тут. Тут у нас вот такие метизные изделия. Так, все они одинаковые пачки. Тут 3-4 пачки получается. Одну пачку скроем. Все остальные то же самое там. Это у нас замки. То есть это вот для либо для ремонта. В основном я для ремонта взял. Либо для создания вот каких-то коробочек. Обнаружил брак тут. Ну, брак исправимый. Вот, то есть отсоединилась часть верхняя. Вот. Так что вот здесь. Каждый комплект, он содержит 4 маленьких вот таких шурупа. Тоже искать их где. В общем, в принципе, я доволен. То, что мне надо было. Вот для того, чтобы примонтировать так, разные коробки. Так, у нас посылки здесь. А в посылке у нас золотистые петли для вот самоделок. Так, одну посмотрим. Тут радует то, что, во-первых, кроме цвета, что в комплекте укомплектовал поставщик шурупчиками. Вот. И такие мелкие шурупы бывает трудно найти, еще тем более по цвету тут золотистому, а тут все нормально. Тут все есть, вот отлично, 8 штук в комплекте в таком, вот, и количество шурупов соответственно. Для чего применять я собираюсь вот такие петли, их купил разных видов, форматов. Вот, ну, разные там нарты, шахматы, шкатулки, ящики, вот, сундучки и даже для радиоконструкторов ящики, коробки тоже можно с помощью вот таких использовать. Проектировать самому что-то придумать, это, конечно, времени много, это непростая штучка. Тут его сделать, его довольно-таки трудоемкое. Вот, на 3D принтере собираюсь, кстати, делать разные коробки и так далее. Вот. А там как раз будет проблематично, потому что тут очень маленькая работа, мелкая. 3D принтер это не возьмет. Так, глянем, что у нас тут. У нас тут петли сделаны под бронзу. Одну штуку оставлю. Петли интересны тем, что они сделаны под якобы бронзу. Конечно, это не бронза. Можно проверить магнитом, что я уверен, что это сталь. Еще как сталь. Все понятно. Вот. Но сделаны они под бронзу. И вид у них такой фигурный. Так что в некоторых случаях дизайна, где заметны вот петлики, там вот это петли хорошо будут применяться. В основном сувенирные разные продукции, штуки. Ящики, шахматы всякие. Вот так, эти. Еще конвертик откроем, посмотрим. Здесь у нас замечательные вещи. Так, откроем одну. Это у нас микропетельки для очень мелких сувенирной продукции. Сувенирной или какой-то другой продукции. Так, открывается. Они тут краской прилипли, так что раскрыть петельку не так-то просто. Для крепления предлагаются тут гвоздики. Значит, это, по всей видимости, деревянно. Хотя, в принципе, и в пластик можно забить гвоздичек. Ну, так вид неплохой. Металл, наверное, стальной. Как такая деревянная коробочка. Света. Она уже была использована, что-то тут лежало. Уже съели или выпили. В общем, осталось вот это. Ее не выбрасывать жалко. Это дерево хорошее. Вот, я думаю, обработать ее, отшлифовать и заново лаком покрыть. Я уже так делал, колонки делал из этого. Но в данном случае я хочу сделать шкатулку. Так, для этого вот подходят как раз вот эти петельки. Здесь вот так можно сделать. И с этой стороны вот так замечательно все подходит. Я подумал так, лучше, наверное, вот эти бронзовые, потому что у меня есть замок. Замок я могу, так сказать, вот здесь приделать, отлично все должно подойти, один к одному тут, вот, шикарно будет, как будто заводское, а по цвету уже золото не подходит, вот тогда вот такие же, вот красиво будет, очень отлично будет, потому что такие вещи не стоит выбрасывать, надо дать вторую жизнь. Так, шкатулки такие деревянные стоят бешеных денег, экономия, экология,
Ну и сувенир оригинальный, что-то я написать могу, выжечь и так далее. Подумаю над этим. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Будет много чего интересного.